На конкурс дети читают стихи, представляет Дом детского творчества «Юлдаш» город Уфа. Педагог Мохова Ирина Владимировна. Наталья Найденова. «Хотим под мирным небом жить» читает. Шайхулина Анита, 6 лет. Гарипов Алмаз, 6 лет. Габдрахманова Камила, 6 лет. По-разному зовутся дети. Нас очень много на планете. Есть Вани, Гансы, Джоны. Детей повсюду миллионы. По-разному зовутся дети. Для нас все лучшее на свете. Нужны нам яркие игрушки, и Буратино, и Петрушки. Нужны нам книжки, песни, пляски и увлекательные сказки. Бассейны, горки, турники, сады, фонтаны, цветники. Пусть всюду светлый детский сад встречает радостно ребят. Пусть всем везде хватает школ.